Всем привет, с вами Любопытный Геймер, и мы продолжаем прохождение странной игрушки Xenoclash 2. В прошлый раз мы остановились на том, что пришли в пустыню, где неизвестные чувачки вроде как похитили наших братьев-сестер. Короче, безобразничают они, не в меру. Надо с ними что-то делать. Я так полагаю, придется сделать с ними что-то непотребное. О-о! Бежит. А что ты хотел? Опа! Отстань. Чего этим мухам от меня надо? Никак не пойму. Так там полно. А ты чё? А во! И вот начинается драка. Зовем всех. Где моя братва-то? Ты кто такой? Давай, до свидания. О, отлично. Так, ну-ка отдохни. Ох как. Вот это я его припечатал. Вы видели, да? Мне не показалось. Ну-ка. Опа. Ух, лови! Блин, сколько их тут, а? Так. О, вот это классно было. Блин, подлюка. Держи, держи. Ох ты, блин. Во. Ты чё, ещё? Блин, всё-таки мне впаял. Так, хорошо, мы раскидали их упырей. Так, надо бы теперь что? Какого лешего тут происходит? Да блин, меня эти... Ух ты ж! Ё-моё, откуда эти-то взялись? Yeah.
Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а чё? У меня уже ничего нет. Я уже бомж. Чёрт побери этих проклятых мародёров. Вот неплохо, вроде там подрались. Теперь опять... Откуда они взялись там, блин? Вот не было же никого. Нет, повылазили. Вообще есть чем поживиться? О, да блин, ну это черепа против суровых таких каких-нибудь врагов подходит больше. Блин, как мне надоели эти мухи дурацкие. О, получай по морде. Ловил. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, держи-ка. Во, отлично. Блин, наконец-то. Воу. В эту яму лучше не падать. Опять, что ли? Кругом эти мухи, какие-то непонятно откуда берущиеся мужики. О! Отлично, барьер сломан. Ну, опять муха ко мне полетит. Доели. Так, мужик, иди сюда. Уже сразу иди сюда. Сейчас мы тебе наваляем-то, а? О! Текс. Отметили ли? Косматова. Почему у меня жизни отнялись? Я же вроде пинчище отвесил этой тварюге. Ладно. Пойдем, куда нас там зовет труба. Что? Ой, ну наконец-то. Ой, ну слава богам. Я теперь счастлив. У меня есть дубина. Большая. Ой, черт, это что еще такое? Точнее, кто это такой? Блин, это что, босс? I'm sure the golem put it here. Golem acts reasonable and fair.
But then he doesn't tell anyone about this thing. Blocking the only route north. Now I'm convinced we have to get to his home to find a weapon. The golem must be hiding something. Определенно. Что за тварь такая? Ёлку, как не бабай. Эта фигня в меня будет стрелять? Блин. Да. Эти штуки взрываются. Так. Что такое? Ну. Так, и что теперь? Черт тебя дери, ну что ж такое-то? О, отлично. Так, и что нам теперь нужно? Ёлки-палки. Зовем всех. Так, и что же у тебя осталось? О-оу. Где мой молоток? Ага, ты уже молоток-то уже забрал, да? Блин. Что еще за морды? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, он опять их вызывает.
Окей. Так, давай, давай, давай. Дальше-то что? А, вон. Вон, а что, дружок? Открой ротик-то. Ух. Ой, я так не доживу. Ой, не доживу. До счастливого финала-то. Ой, блин. Тише, 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 тише. Открой пасть. Открой пасть. Во. Ах, ты ж, блин. Открывай, открывай. Глядите-ка. Помереть я помер. Ну все. Игра заглючила. Потому что и я помер, и этот упал. Итак. Давайте. Нет, честно говоря, нам не нужны союзники в этом бою. Потому что здесь все... Все очень хитро. Раз, раз. И так делается. Бам-бам-бам. Вот получает. Ну вот, вот так вот. Мы связываем его жизнь. Ух, нет, главное под ногу-то, ладно, не попадать, лучше. А буду связывать его, о, что еще, этот не добит. Ай, блин. Ах ты ж, блин, как меня плющит-то, а? Как меня плющит. О, как он это делает. Так, осталось еще одну коленную чашечку ему расхреначить. Этот уродец кажется таким... Нет, не добродушным, но я не знаю, каким-то милым, что ли.
У него улыбочка такая. Чувак явно медитирует. Так, что теперь? Ай, блин. Я же думал, что ты так далеко взрываешься. Ну, собери что-то. О-о-о. Я специально эти оставил. Ай, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Меня сейчас убьют опять. Блин, опять же свалили. Так, ну на самом деле все очень просто. Не нужны мне никакие союзники. Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Вот так вот. Он бросается бомбами, скотина. Открой пасть. Мы с тобой по душам. Оп. Оп. Блин, да перестаньте меня-то в это время бить. Плюхнулся. Сейчас мы тебе навставляем. Что происходит? Что это было? Гигантский. Не знаю, кто это. Паровой слон. Танк. А ты что тут? Серафимчик. Купидон несчастный. Вальной ему вот так вот руками каменных истуканов фигачить. Да блин. Откуда ты взялся, а? Ну ладно, набьем морду и этому. Во.
убедили в том, что он негодяй. Так, ладно. Куда нам бежать дальше? Вот к этой башне, видимо. А, стойте-ка. Помнится, я здесь бросил где-то неплохой молоток. Охохонюшки-хохо, знать бы еще где это было. Неужели он упал на него прямо? О, ярость. Ярость! Да. Похоже, молоток-то мой пропал все-таки. Я его где-то бросил неосторожно. Ой, беда, печаль. Грусть, тоска. А здесь чего? О! Немножко еды. Какой-то огненный алтарь. Интересно, что на нем? Что это такое? Какого лешего? Эти яйцебороды и креветки тут еще что-то будут какие-то права качать. Блин, чего все слетелись-то на меня, а? Так. Интересно, я собрал 3 кубика. Я помню, еще в одной из самых первых серий я тут за один кубик так неслабо подрался. Неоднократно мне чистили рыло за него. Так, ну ладно, хоть эти на меня не нападают. Это надоело, блин, что на меня нападает каждый... Каждый, блин, первый. Все на меня нападают. Никто меня не любит, все меня обижают. А я такой добрый. Подумаешь, бегаю по округе и всем бью морды. А что такое-то? Я что-нибудь собрал? Не знаю. Ладно. Идти, наконец. Ходить, наконец, это... Ну, то есть, это как... На 3 буквы, только более... We're going to face a lot more of the shadow people here. The golem's house is to the north, behind a huge wall. You also need to be careful with the green fog. It hurts you. Anything else? It's always night here, or something like it. Всегда ночь. Обрадовал ты меня. Я просто счастлив. Прикольные тени. Ракушка. Взять-то нечего. Дайте мне какой-нибудь... О! Вот это вот... Вот это другой разговор. Колотушка — это всегда хорошо. Что-то непонятное носится где-то по земле. Что это такое? Надеюсь, это не электрические импульсы, которые могут дать мне хорошего разряда. Так. Похоже, это чье-то жилище. Кто это? Не хотите ли меня сюда впустить? Нет, так нет. Я особо-то и не русь. Видимо, вот об этом тумане шла речь. Ишь ты. Вы гляньте. Да тут все интересно. Ooh.
просто так ты и не добежишь. Так, ну-ка. Раз. Раз. И оп. О! Видали, как надо? Ух, черепа. Да. Ну, вы меня обрадовали, конечно. Черепа мне нужнее, конечно, всего на свете. А ты кто? Не смотри на меня так. Я стесняюсь. Так. Куда мне так пойти, чтобы в туман не запороться? Потому что в туман-то нам, по-моему, не надо совсем. Ну, или, может, и надо, но я не хочу. Так. О! Что, ты сейчас оживешь и начнешь бить мне морду, да? Ну да. Ну да. Блин. Что такое? Даже статуя не хочет со мной драться. Хотя тут, наверное, сейчас найдется много, кто хочет, кто захочет со мной драться. Ну что ты смотришь на меня? Ну... Блин. Интересно. А, блин. Ненавижу их. Давай. It's closed. I don't know how to open this. It opened itself for me the last time. I think we should light these pyres. That helped the last time. Костры зажечь. Я тебе что, пионер? Бегать тут, костры разжигать. Вот тушить по-пионерски, это вот, наверное, я смогу. Ну давай уже, работай. И чё? Как их разжигать-то? Тут вообще луна-то есть? Хоть где-нибудь. Да. Зажгите костры. А как их зажечь? Ладно, попробуем другой костер. Что это тут такое? Это непонятно. Ну вот костерчик, допустим, да? Это что такое? О! Куда ты? Куда ты? Ты куда поплыл? Очень интересно. Ладно, дальше чего? Куда тебя понесло? Че, так и будешь теперь тут шариться? Ну ладно. Делай, что хочешь. Так, а что нам с
светит здесь. Да ничего не светит. Ну. Ну, смотрите. Еще один. А, стойте-ка. Точно. О, придумал, как зажечь костерки. О, одна улыбочка готова.